Ольгу Бузову нередко называют королевой хайпа. Эпатажность образа звезда поддерживает абсолютно несуразными нарядами. Специалисты в один голос восклицают, куда смотрят стилисты Оли. Поговаривают, что Бузова предпочитает экономить на услугах стилиста. Видимо, артистка убеждена, что и сама хорошо справляется. Что ж, Олиной уверенности можно только позавидовать. Яна Рудковская любит надеть на себя все лучшее сразу, даже в повседневной жизни, чтобы подчеркнуть свою успешность. Обилие лейблов, рюшек, оборок и принтов в ее нарядах нередко шокирует общественность. Несмотря на невысокий рост, Яна обожает длинные яркие платья в пол, и мнение стилистов ей до фонаря. Главное, что она чувствует себя королевой. Певица Ваенга тоже предпочитает платья в пол, однако стилисты считают, что темные наряды добавляют артистке возраста. Ее коллега Наташа Королева, наоборот, обожает все пестрое. Цветы, рюши, безвкусные фасоны. Специалисты хватаются за голову, обсуждая несуразные наряды знаменитости. К любительницам безвкусных платьев в пол с обилием перьев и блесток относят и телеведущую Леру Кудрявцеву. По мнению стилистов, звезда очень часто ошибается в выборе образа и перегибает палку с неуместным декором. Тонны косметики и огромные ресницы только усугубляют ситуацию. Певица Максим тоже периодически удивляет общественность своими платьями, будто бы с провинциального выпускного. Складывается впечатление, что звезда не придает особого значения тому, как она выглядит на сцене. Какой же рейтинг самых безвкусно одетых звезд без Анастасии Волочковой? Навряд ли кто-то сможет соревноваться с ней в странности и эпатажности нарядов. Балерина любит подчеркнуть свои широкие плечи и спину, затянувшись в узкие и очень короткие платья. Лолиту можно смело назвать женщиной без комплексов. Неидеальная фигура вовсе не мешает ей носить обтягивающие наряды и пренебрегать нижним бельем. В такой одежде точно не останешься незамеченной, а значит, тебя запомнят. Яркий взбаломошный образ уже стал своеобразной фишкой звезды. Разделяете ли вы точку зрения стилистов о безвкусности нарядов этих звезд? Поделись своим мнением в комментариях. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.